Привет, ребята! Вы снова отгадали загадку Хаги-Ваги. Молодцы! Вот они, эти счастливчики. А сегодня я вам задам загадку про Кисси-Мисси. Слушайте внимательно. Если одноэтажный дом Кисси-Мисси полностью оформлен в розовых тонах, со стенами, ковром и мебелью всех оттенков розового, то какого цвета у нее лестница? Ответы пишите в комментарии. Жду, а сейчас идем к монстрам. А если вы не хотите, чтобы монстры из игры Тока-Бока пришли к вам и напугали вас так же, как пугают меня, прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на мой канал за 3 секунды. 3, 2, 1, 0. Поставили? Молодцы! Ребята, сегодня мы с вами смотрим продолжение зомби-апокалипсиса в игре Тока-Бока. И давайте же посмотрим, чем все это закончилось в прошлый раз. Чем все это в итоге произойдет. В общем, произошло так, чтобы нашего ученого укусил паук, а потом наши ребяточки, двое влюбленных, хорошо, что ни котика не взяли с собой, в этот самолет, сели в самолет, якобы поехали в какое-то путешествие. Там у него произошла, в общем, интоксикация, и он начал обращаться в зомби, наш вот тут доктор с очкам, очком. Вот так я объясняю. И все. Он переел весь персонал, который был в самолете. Всех просто переел. Кроме наших двоих голубков. Я очень этому рада. Видите, он начался стюардесс. И все остальные тоже, к сожалению, полегли в этой битве за жизнь. Самолет грохнулся где-то в каких-то снегах. Вот, двое выживших. Они смогли сбежать от зомби, которые только что обратились. И начали думать, что же делать. Связи нет. Еды нет, и они начали, взяли все самое необходимое, костер, там всякие штуки, и они, представляете, что нашли? Они нашли этот самый вот этот вот домик на дереве, в который зомби никогда не заберутся, потому что зомби умеют ходить только прямо направо и вообще просто бродят. Наверх они не могут забраться, и они стали охотниками на зомбаков. Ну все, собственно, по телевизору объявляют, что... В мире хаос, нам всем конец, зомби-апокалипсис. Ну вот это уже, то я только хотела сказать, что и новости скоро прекратятся, потому что, собственно, диктора и всех остальных съедят. Ну вот, собственно, что и произошло. Так, идем дальше. Итак, произошло самое ужасное, что может быть. Вирус начал передвигаться, распространяться по планете. А эти наши ребята неплохо так-то живут. У них картошка фри, бургеры, где они это взяли? В такой ситуации. Ну и все, они говорят, смотри, это ужасно, что же делать, зомби наступают, кошмар, но мы тут с тобой классненько живем, посмотри, они везде, в нашем городке, каждый работник, каждый человек, который здесь был, превратился в зомби, о боже, нам некому больше носить картошку фри, как мы будем жить, с этим надо разобраться. Я думаю, что они вот сейчас возьмут по своему супербластеру, это что? Что-то как-то хиленько. Она стреляет. Куда она с трубкой для рта, с которой плавать и с очками? Я не понимаю. Странное оружие у нее. Ну, представим, что это... Ладно, это пистолетик, может, такой... Хорошо. Итак, они здесь. Водяной пистолетик и еще какая-то штука. Вот они, зомбилендики. Тут даже тот ведущий из телеканала, который хотел рассказать, что зомби нападают, который стал сам зомби. Куда это они? Чего у них за звездочки загорелись? Они такие радостные стали почему-то, когда увидели банду зомби. Они от них спрятались. Фу. Почему они не стрельнули в них? Может, они надеются все-таки найти противоядие, чтобы не убивать людей, в конце концов. Никого они не хотят убивать, они хотят идти куда-то. А эти-то в разворот пошли, и, соответственно, они сейчас окажутся у них за спиной. Так, будьте осторожны, открывайте, это, кажется, кошачий переулок. Там вообще, в принципе, происходит всякая штука разная. Так что надо быть осторожными.
Стреляем, 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 стреляем. Молодец. Фу, еще один, стреляйте. Если из них кого-то укусят, я буду очень сильно грустить. Потому что я всегда переживаю за любовные парочки. И всегда, если мне предстоит выбор, кого выбрать, я выберу либо детей, либо любовных парочек. Кто должен выжить? Потому что любовные парочки, они такие милые. И они уже любят. А дети могут вырасти и полюбить. А вот там все остальные уже свое это. Не знаю. Что за ужасный Мина у вас? Что за у него так испугался, как будто что-то произошло? Так ничего же не произошло. Абсолютно пустой кинотеатр, тебе не кажется? Точнее, театр. Что она пытается ему объяснить? Оружие. У них, наверное, нет оружия. В общем, она очень довольна, что нашла бомбу. Но бомба — это такая одноразовая штука. Это волшебная палочка. Ну, не знаю, так себе. Так себе, так себе, так себе. Хотя волшебная палочка, конечно, может что-нибудь сделать порядочно. Это кто? Это что? Зомби какой-то, слизняк и многоглазик. Надь, подержи-ка вот это. Пипец, вы разрушили театр. Вы нормальные, это самое прекрасное место было на карте практически. Культурное. Так, нужно на воздухе пускать эти гранаты, потому что это будет очень плохо. Ого. В общем, весь город кишит этими зомбаками. Куда бы ты ни пошла, ни пошел, ни пошли, везде они. Везде. Ой, я наступил куда-то не туда. Ты лучше беги. Это не так страшно, что может с тобой быть, если тебя догонит тот зеленый Халк. Капец, он гигантский. Мне кажется, это босс этого уровня. А там вон бананчики есть. Вы куда бежите? Домой бежите? Стреляй! В голову стреляй! Парень, в общем, очень сильно испугался, и он никак не может в тебя прийти. Он просто стоит в ступоре и не знает, что делать. Просто не знает, что делать. Давай уже махни своей волшебной палочкой. У нее кончилось все. У нее кончилось все. Она все использовала. Мамочки, я не могу на это смотреть. Их окружили. Кажется, сейчас будет карандец. Так, у нас очень отважная девочка, если честно. Прям очень отважная девочка по сравнению с этим мальчиком. Давай уже очнись ты. Давай уже очнись ты. Пам-пам-пам. Он нарядил ее, короче, в принцессу. Это очень странно для тех, кто хочет выжить. Так, давай, колдуй, колдуй, колдуй. Надо их всех заколдовать. Нужно срочно что-то сделать. Может, он тоже будет в платье? О, боже! Я такого не ожидала. О, боже! Магия сработала, волшебные палочки. И они становятся людьми. Все в шоке, никто ничего не помнит, что произошло. Это потрясающе, такого я вообще не ожидала. Давайте теперь колдовать нормально. Я уж думала, все, конечно, сейчас их съедят, я уж даже смотреть не могла на это. Че, все стало на круги своя? Капец, если начнется зомби-апокалипсис, знайте одно. Вам просто необходимо найти волшебную палочку и всего-то, боже. Легкотня, да? Вот такое у нас сегодня было видео. Я надеюсь, вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вас очень люблю, целую. Пока! А если вы, ребята, хотите продолжение этого видео про зомби-апокалипсис, то прямо сейчас поставьте лайк и напишите в комментариях: «Хаги, Ксюша, я хочу продолжение видео про зомби-апокалипсис». И, конечно же, я скажу Ксюше, чтобы она его сняла. Так что жду. Жду ваших комментариев.